My name is Willy Wonka. Good morning. Основательный мед. Faceless. Да, это чистая правда. Российский МИД немедленно прокомментировал неприятные и диковатые обвинения. Талибанам но что то, самое, что, пожалуй, отвратительное, что Российская Федерация словно становится военных. Официально избранным методом Трамп борьбы говорит, с американским президентом Дональдом Трампом. Сведения. И так вот теперь абсолютно на всех фронтах. Оль, а ну еще... В Москве возобновляется норма. Сильнее, чем обычно. Ищите лекарства Столички.ру. Бронируйте на сайте и забирайте в аптеке через 30 минут. Столички.ру. Низкие цены в клинике от дома. Я в шоке, такое все бывает, извините, какой-то орден. Ни одному народу в мире Христос был черным. Компромисс, американская культурная революция не признает. Если перекрасить сразу всех не получится, то как минимум одного белого Иисуса надо будет просто уничтожить. Статуи белого европейца, которого они называют Иисусом, должны пасть. Это форма белого превосходства. Чёрт, современный рынок движения, как ни странно, поддерживает. Из комедийного сериала «Клиника» изъяты три серии, где изображен так называемый blackface. Лореаль и Юнилевер, крупнейшие производители косметики, во время борьбы с расизмом снимают с продажи всю косметику, в названии которой присутствует запрещенное слово «белый». Мы признаем, что использование слов «бледный», «белый» и «светлый» предполагает единый идеал красоты, что, по нашему мнению, неправильно. Даже в знаменитом Кембридже ненависть к белому цвету кожи теперь в почете. Я скажу это еще раз. Жизни белых не имеет значения. За эту запись преподаватели английского языка Приямваду Гопал могли бы уволить, но в престижном университете решили иначе. Женщина будет дальше учить детей, как только отпразднуют повышение. Я рада сообщить вам, что прошлой ночью Кембридж повысил мне до звания профессора. Университет стоит на страже права наших сотрудников выражать свое законное личное мнение. Нападки и оскорбления должны прекратиться. Да, вот, кстати, интересно, что борются за цвет кожи Иисуса, но никто не говорил о том, какой цвет кожи был у пророка, или у Будды, да, или у Рамы. Здесь исключительно они сосредоточены почему-то на Иисусе. Что это такое? Куда мы так придем? Ну, христианство, они, я полагаю, в виде религии белого человека, который... Афроамериканцы понял, это свою... меньшинство. Я очень уважаю, на земле. Я считаю, это всем понятно. Так вот, да, они имеют свои права, но они не должны посягать на права белых. Иисуса Христа, это, конечно, не могут этого да, сделать, уровень, потому что изначально, да, история Black была, то, что были черные это, рабы, сути, сейчас нельзя называть их черными, по сути, к защите, окей, афроамериканцы. Что интересно, мы ведь видим, да, Дональд Трамп недавно сказал, что в российском литературном, что-то произошло, в российской литературе есть слово «негр», нет аналогов других. Да, естественно, когда ты обращаешься сейчас, к человеку с уважением, ты не называешь его так, или называешь шутку. И они сами с собой шутили всегда. Это потому, что я черный. Подождите, дело же не только в Иисусе. Окей, афроамериканцы, да, у них есть свои права, но посягать на то, что, заявила, что белые изменять жизни историю, изменять культуру, белому изменять нельзя сказать, медиа, что рекламу, кино, сериалы, что все, что касается. Ну, формально, видите, у нее там приписка, то есть белые жизни не имеют значения, как принципе, белые жизни. То есть целого пласта эпохи. Да, это уже разговор, как ЛГБТ, когда меньшинство... Удачно навязала большинству свои представления о прекрасном. Вот оно сейчас в США только с историей. Возможно, что вы хотите сами спорить, но это совершенно так. Вот этот перегиб в сторону борьбы за справедливость настолько, в общем, стал перегибом, что уже белым быть сложно, сложно быть верующим, сложно быть консерватором, сложно быть... Кто-нибудь попробовал бы... Уже невозможно, в принципе, придерживаться никаких взглядов, потому что везде... делают расизм, везде делают национализм, везде делают радикализм, это ненормально. Конечно, что есть
сложно на Западе и вообще в Европе быть белым, быть гетеросексуальным, быть верующим, быть консерватором. Это правда. Нам интересно, в каком виде это все докатится до нас. В любом случае докатится. Люди уже не могут быть собой в современном мире, к сожалению, с подачей каких-то определенных лиц, там, дип-стейт или подобное. В сложных временах, не знаю, кто как это называет. Естественно, это кто-то спонсирует и поддерживает, как и все перевороты. В принципе, цветные революции, арабская весна, все, что касается исламистских... У них действительно проблемы с революцией Трампа. Группировок. Что такое революция Трампа? Это реакция средней Америки, в основном консервативной Америки, на инерцию политических элит, которые себя просто лишили, их политика себя лишила. Ну, если брать движение, вот то, что жизни черных имеет значение, то ну, нам трудно себе представить, как если бы... А это было в Америке, потому что Америка была создана как рабовладельческая республика. И зря они всегда себя мерили на Римскую империю. И сейчас получается, что это действительно первородный грех Америки. Как если бы, например, отменили крепостное право в России в 61 году, а реформы, а последующие реформы Александра I случились бы 100 лет спустя, то есть в 1961 и в последующие годы. Нам это трудно даже представить, но это произошло в Америке. Поэтому это надо... Поэтому это надо понимать. Другой момент. Почему там вот отношение Трампа, он не раз об этом заявлял, или его политсоветники типа Стивена Беннона говорили об этом, что в принципе американская империя, она себя и жила, потому что ею пользуются уже другие. Потому что американские инвестиции в рамках глобализации, технологии и рынок американский работали на возвышение Китая и других стран. Трамп понял, что произошло в Советском Союзе. Мы отказались от своей внешней империи, Восточной Европы, отказались от внутренней, условно, разные на счет могут быть отношения, ближней империи Советского Союза. То есть осталась Российская Федерация одна. И что случилось? Она, тем не менее, осталась глобальной державой. Какая-то тенденция идет к нивелированию своей особенности, своей национальной, религиозной, личностной особенности и сделать все унифицированным, одинаковым, как в антиутопии Замятиным. Постоянно этот роман вспоминаю, это ужасно, когда все люди жили в одинаковых условиях, были одинаковыми личностями, типа какой-то вариация коммунизма, не коммунизма, какие-то талоны. То есть, но самое важное, что это личностная унификация, унифицирование вообще любых особенностей. Ну, то есть, условно говоря, сейчас вынесу с Трампа и жизнь в Америке наладится. Она не наладится. С Трампа жизнь в Америке тоже не наладится. Встал бы, посмотрел, что творится, и застрелил. Он, но на самом деле, то, что лично, если смотреть, что он делает, пациент, конечно, скорее жив, чем мертв. Но просто почему они заставляют стесняться того, что у тебя белый цвет лица? Слушайте, в чем суть происходит? Потому что ты их заставляла стесняться этого годами. Они тогда объясняют. Они черные, но... Ну, даже сейчас не об этом. Они хотят, чтобы белые стали стесняться того, что они белые. У нас все хорошо с неграми, поэтому... Причем, когда... Я... Ну, вот раньше все помнят, в России была такая мода загорать. Потом я просто подумала, нафиг мне это нужно. Перестала загорать, и я считаю, что солярий также вредная помощь, как... О девушке, которая умерла от рака, она в этот момент была жива, на солярии именно повесили объявление, что она чем скоро больна, восстанут индейцы и выгонят всех из Америки, останутся только эти. Так, ну, что такое? Это было на фитнесе, я работала в Москве. И обвинил тренера, одну известную московскую команду, в том, что он не ставил.
клиенты этого агента, по той причине, что он все на коже. Понимаете, не просто такое, докатилось, да. Вы не забывайте, пожалуйста, наша вечерняя программа теперь в понедельник выходит в 18:40. Будьте с нами. В понедельник по совпадению как раз сегодня, поэтому не пропустите. Всего доброго, до свидания. И впоследствии, уже живя за границей, я тоже не ходила в солярий и не загорала, потому что не так часто ходила в ясности. В принципе, люди, живущие у моря, у них нет времени ходить. Сухой воздух защитит кожу от сухости. Экстремальное увлажнение с активным гиалуроном. Защити кожу от сухости с эффективной маской сывороткой «Черный жемчуг». Экстремальный режим увлажнения в экстремальный период. Зурбага! У нас тут клин. Николай Ульянов нормально организует. Уже купили. 50 мегапикселей стабилизация. И когда люди видят там тебя с белой кожей, у меня абсолютно белая кожа, очень белая, очень светлая. И они наоборот восхищались. Я очень удивлялась, хотя я помню, по русской литературе, русской, французской литературе, что белая кожа всегда была признаком аристократизма, в русско-французской литературе всегда это преподносилось таким образом. И... конечно, сейчас это бесконечная борьба, то на почве религиозной, то теперь на почве цвета кожи. Это ужасно. Я в шоке, что, в принципе, это происходит до сих пор в современном мире. О май гад. Ну это что-то нереально. Снежного ганаша и карамелизированного фундука. Офигенно. Хотя я не во Франции, но вкусно. Я сейчас смотрю интервью одной прекрасной девушки, трушной с YouTube, вот, и другая тоже постарше. Вот, они разговаривают, и я полностью вообще согласна с ними двумя в какой-то степени. И одна из них говорит, что YouTube сейчас толкает какие-то нестандартные ролики про нестандартные лайфстайлы. Я тоже это заметила, и у меня это зародило какую-то идею, что я хочу так же, я давно это хотела, жить в ванне. Не знаю, когда-то это осуществится или нет, сами люди собирают из старых ваннов, короче, новые... квартирки там в стиле делают комнату, все эти беспроводные зарядки там в дерево выживляют, в плане, ну, не выживляют, там, короче, так сделают поверхность, что типа там что нет, все, короче, солнечные батареи сверху, потом вода там есть, какие-то генераторы стоят, там все прочее. Короче, автономный такой мини-ван или макси-ван, короче, это очень круто, жить в тачке, можно путешествовать, если она работает. И наверняка она работает. Короче, в стиле там чуваки, ну, они прям такие с руками, за 3500 баксов покупают этот ван, и там еще вот этих материалов, то все, не знаю, насколько, ну, может быть, десятка там. И какой-то экзотический лайфстайл, там, где-то в лесу, в пещере. Я раньше смотрела своего любимого блогера, с которого все начиналось тогда, давно-давно, какой-то год, 2012, может быть. Нет, это не начиналось для меня, но я видела этот контент. Также просто... короче, он все время говорил про Каппадокию. Я сейчас же ну, смотрю, что там по Турции, и наткнулась на кейф буквально случайно. Потом, главное, это у меня вышло. Там можно было выбрать что-то, выбирая жилье отдельно. Кейф — это типа пещеры или еще что-то. И оказывается, пещеры есть вообще везде. В Пакистане,
там, вроде бы, да. Ну, короче, у меня вообще зародилась такая идея, что я хочу путешествовать по таким необычным, негламурным, свеговым каким-то лакшери этим локациям, а где-то, где кейф есть, пещеры и что-то такое. Что-то такое я уже испробовала в Ливане, на самом деле. На тот момент это... ну, это вообще, в принципе, романтично. Если вы когда-нибудь посмотрите или смотрели... Вряд ли вы смотрели, конечно. Я увлекаюсь просто мусульманскими фильмами. Мне очень нравится эта тематика. Она очень романтичная в некотором роде, но очень жестокая порой. И там все. Я уже как-то говорила, что там фундаментальные такие темы про войну, про любовь, про честь, достоинство, про веру, про все, короче, такое. И что там происходит? Нади и Али, они там жили на Кавказе, в пещере, там пасли овец, и, короче, ну, они поженились. Причем, ну, сначала он с ней переспал, и в тот же день он там позвал Мулу, и они поженились. Вот, взял ее жен, как-то он сказал так, что типа теперь я обязан тебе жениться. Что-то не знаю, не обязан, короче. Как-то так очень романтично все это вышло, а потом этот дурак взял и стал играть в войну, бросил ее беременную, там или уже один ребенок был родившийся, потом второй она была разбеременна, кажется. Вот, и он постоянно где-то шастал, бросил ее там на печенье кого-то, своих родителей, ее родителей, не помню. Короче, вот этот заигравшийся мальчик, поначалу, главное, у него были такие высокие воззрения на семью, и они полгода целых жили вдвоем, там, в горах, она готовила еду, причем она плохо готовила, но когда отец его, что ли, пришел. И он такой, фу, как ты это можешь есть? Он говорит, я ее люблю, там, то есть вот, но все это на гормонально-сексуальном плане, конечно, но не только. Но как это все проходит, и он заигрался в войну, то есть он полюбил войну больше, чем ее, свои амбиции больше, чем ее, и, короче, оставил ее, он где-то умер, кажется, там, в итоге. Это очень печально, короче. Короче, про то, что вот этот лайфстайл, это очень круто. Это то, что, возможно, я буду делать впоследствии. Пустыня, пещеры, короче, какие-то нестандартные локации. Даже космос меня привлекает дико. Потому что лакшери — это то, что я уже достигла. Я могу это, я умею это. Это уже не так интересно. И в этом нет такого счастья, как я когда-то сказала, что в Москве нету счастья, нету семейных ценностей, нету семьи как таковой. Все замешано на деньгах. И в лакшери есть комфорт, но нету того какого-то супер нереального счастья. Это в какой-то момент тоже становится, ну, нормальным, обыденным. Очень сложно вернуться вниз, естественно. Но если возвращаться не вниз, не куда-то еще стремиться, а в другое ответвление лакшери, это действительно свобода, это какое-то такое первобытное что-то, и натуралистичное, аутентичное. Вот это очень круто. И что еще хочу сказать про YouTube? Это действительно как кино, как киноиндустрия, блогинг. Это очень круто, это документирование жизни. Все потому, что наше поколение, например, 90-х поколение, действительно, вот из которых я, и все эти... Все мы, дети этого времени, мы хотим показать свою жизнь как-то через то, что вот мы транслируем себя как герои какого-то фильма, какого-то, ну, какой-то эпохи, которую мы сами выдумали и сами создали общими коллективными усилиями. И это очень круто, короче. Итак, ну, короче, такие мысли. Не могу уснуть, смотрю документальный фильм про свою любимую тему. И понимаю, что в губы вкололо слишком много гиалуронидазы.
На одной стороне слишком много, на второй зря вколола. Короче, надо закалывать гиалуронкой опять. Надеюсь, она больше не станет, больше не разъестся.
Thank you.